Девочки, всем большой привет! Сегодня у нас комплект, который заказал парень для своей девушки. Он нам прислал картинку из интернета, какая моделька трусиков ему нужна, и мы прислали ему, какая будет. Он согласился, мы ее сделали. В общем, бра такое же, как, который мы и раньше делали, здесь чашечки с небольшим пушапом, сам бра сшит на второй размер груди, точнее даже первый с половиной, и кружевной спинкой с резиночками между грудью. Трусики вот такие здесь получились. Здесь, получается, у нас колечко будет у вас сбоку. Сами трусики у нас здесь стринги. То есть здесь вот такая вот узенькая часть. Также здесь колечки на попке. И от них идут резиночки на регуляторах, чтобы она отрегулировала комфортное ей натяжение. Очень удобно смотрится. И смотрите, вот такая аккуратная обработка у резиночки. То есть, когда она оденет эти трусики вместе с этой резиночкой и с натяжением, откроются все фестончики кружева. То есть, они лягут прям ровно по ее телу. Как раз, когда отрегулируют вот эти вот резиночки. И давайте бра посмотрим. Резиночки между грудью. Это вам хорошо знакомо. Застежка между грудью, которая никогда не мешается и не расстегнется. И вот сама кружевная спинка. Бретельки на регуляторах, сама вот эта вот подушечка, которая пушап, которая как раз осуществляет хорошую поддержку от первого до второго размера груди, и колечки, от которых выходят бретельки. Если нас смотрят мальчики, не бойтесь, заказывайте то, что понравится вам, что будет смотреться красиво на вашей девушке, потому что вам лучше это знать. А девушке будет очень приятно, что она носит белье именно по вашему вкусу, которое нравится вам. Я желаю всем отличного настроения, фантазируйте, мечтайте, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем пока, до встречи!